Новый рендер Xiaomi Mi 9 демонстрирует четверную камеру и экран с челкой. Как мы уже отмечали, до официального анонса флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 мы наверняка увидим еще несколько вариантов того, как может выглядеть устройство. На новых компьютерных изображениях, происхождение которых неизвестно, нам демонстрируют смартфон с небольшим вырезом в верхней части экрана, в котором располагается один модуль фронтальной камеры. Дактилоскопического датчика не видно, то есть, скорее всего, он будет встроен под поверхность экрана. Вряд ли Xiaomi откажется от данного сенсора, как это сделала Apple, которая, по слухам, уже работает над тем, чтобы вернуть его в новом iPhone. В основной камере на новых изображениях сразу 4 модуля. Это первая подобная информация. Раньше смартфону приписывали только двойную или тройную камеру. Как ожидается, новинка получит Snapdragon 855, аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддержку технологии сверхбыстрой зарядки, функцию распознавания пользователей по лицам и водонепроницаемость. Выход смартфона должен состояться во втором квартале 2019.